Уважаемые гости! Уважаемые учителя, учащиеся школы! Сегодня мы представляем вашему вниманию экскурсию по музею героя Советского Союза, выдающегося полководца 20 века, нашего земляка, маршала Леонида Александровича Говорова. В музее более 200 экспонатов. Из походов поисковики нашей школы привезли и передали в дар музея свидетельство жестоких боев под Ленинградом. Кирпич, обожженный пламенем сражения, кусок колючей проволоки, солдатскую кружку и ложку и многое другое. Ветеранами были подарены и другие свидетельства времен Великой Отечественной войны. На базе музея проходят общешкольные мероприятия, посвященные памятным датам войн, а также встречи с ветеранами, уроки мужества, конкурсы, встречи поколений. Музей маршала Говорова ежегодно участвует в городских и областных смотрах, конкурсах, школьных музеев, становится победителем и призером. Деятельность музея помогает сохранить сердца всех поколений, память о выдающемся полководце 20 века, замечательном человеке, нашем земляке Леониде Александровиче Говорове. О трагических и героических днях в истории Ленинграда, о стиле и несгибаемой стойкости жителей блокадного города, о мужестве и храбрости защитников Ленинграда. Мы благодарим вас за внимание. Наша экскурсия подошла к концу. Ждем вас в нашем школьном музее. Напоминаем адрес. Город Киров, улица Красина, 49, школа номер 32, кабинет 6. До встречи в нашем музее!